Привет, я Тарья Полякова, кураторка выставки «Нормальная дочь». Я придумала эту выставку, в основе которой вошел мой личный опыт и моя личная дочерняя история. Когда я рассказывала другим художницам про тему этой выставки, она нашла очень большой отклик, и я поняла, что мы имеем дело с каким-то продуктом коллективного бессознательного, можно сказать, по Юнгу. Вот, с неким культурным конструктом, который мне очень интересно было анализировать, потому что очень интересно узнать, как другие женщины обходятся с нормальной дочерью, с которой тебя постоянно сравнивают, с этой идеальной картинкой, которая уже есть у наших мам, у наших родителей, порой еще до нашего рождения, когда весь наш путь уже прописан. Что же делать? Я выбирала для себя бороться со своей нормальной дочерью, но другие женщины поступали иначе. Кто-то хотел переплюнуть эту нормальную дочь, кто-то хотел убежать от нее, кто-то пытался наоборот на нее походить. Вот. И в результате этого получилась выставка, на которой 9 художниц рассказывают о своих способах преодоления этого такого острого, наболевшего конфликта, который очень много чего рассказывает о том, какие представления существуют в головах у людей в России, у родителей, о том, какая должна быть молодая женщина, какие ожидания на нее накладывает это общество, какие ожидания на нее накладывает социум. Вот, поэтому приходите посмотреть на то, что у нас получилось. Я вас очень жду.